27 ноября во всем мире Черная пятница. Мы решили пробежаться по всем торговым точкам Слуцка, чтобы узнать, где самые сладкие цены. Завтра ждут своих покупателей. Задача — найти 90% скидку. Попробуем. Пойдем. Начинаем с торгового дома на рынке. Во многих магазинах скидки на товары действуют и в обычные дни. В пятницу в торговом доме, например, весь ассортимент на 15% дешевле. Во вторник, среду и четверг с 17 до 18 часов скидки на определенные группы товаров. Символ года наступающего. Завтра это наша скидка. Ручная работа. Черную пятницу здесь можно приобрести на 25% дешевле часы, светильники, с 20% скидкой сумки, с 10% бытовую технику, хороший выбор пальто и другой одежды на скидках. В универмаге Слуцк тоже практикуют различные акции. По четвергам вечером здесь 10% скидка на не участвующий в акциях товар во всех отделах. Есть утренние акции. В черную же пятницу некоторые товары еще дешевле. А самые-самые скидки в отделе женской одежды. 25, 30 и 40% на некоторые бренды. Только в черную пятницу 30% скидка на джинсы Конте и 20% на парфюмерию, посуду, хозтовары, галантерею, часы и сумки. Выгодно в эту пятницу можно купить также бытовую технику, газовые плиты на модели прошлых лет, скидки до 50%. Ювелирные изделия в черную пятницу стоят на 25% дешевле. В общем, приходите, спрашивайте, выбирайте. В Виталюре большие скидки на рыбу и морепродукты. И здесь еще много вкусных цен и акций. Нам особо приглянулись торт «Наполеон» меньше 5 рублей за килограмм, приятные цены на фрукты и постоянно действующая акция 1+1. Для владельцев скидочных карт дополнительные бонусы и возможность выиграть автомобили и другие крупные подарки. В черную пятницу еще в выходные скидки и на новинку Слуцкого хлебозавода – торт «Поль Робсон» в фирменных магазинах. Все торговые центры и магазины не обойти, но почти в каждом в эти выходные реально найти товары по привлекательным ценам. Кстати, в слуцких магазинах не только 27 ноября снижены цены. Пятничные акции во многих из них продлятся до конца ноября. Так что ищите самые выгодные для себя предложения и в выходные.